Всем привет, меня зовут Евгений. Только что закончился курс Poker Pro, второй поток. Играл я лимиты NL2, NL4, основная масса NL4. Вот на графике это как раз график за время курса, включая подготовительный. На NL10 не поднялся, не успел за время курса. Ну и так не так уж много игры было. По поводу курса, что считаю полезным? Да, в принципе, все считаю полезным. Хорошая информация, хорошее сопровождение. Какую пользу я получил конкретно от этого курса? Ну, в начале курса я писал, что хотел бы получить как бы более глубокое понимание покера. И так оно, собственно, и вышло. Я надеюсь, что понимание стало больше. Вот. Негатива у меня никакого нет. Поддержка хорошая, информации много, кураторы помогают. Тренер замечательный на практических тренировках. Что бы хотел добавить? Возможно, по крайней мере, у меня были некоторые проблемы с практическими домашними заданиями. Ну, хотелось бы какие-то короткие примеры, ну, более детальные. По типу делай раз, делай два, ну, такого плана. Чтобы не копаться в каких-то примерах и сомневаться в том, то ли ты делаешь или не то, правильно или нет. Ну, так, в общем-то, все. Что хотел бы добавить. И самое ценное, видимо, то, что появилась уверенность в том, что можно дойти до этих самых освобождающих лимитов. Но только при условии, что будешь упорно обучаться, упорно работать над игрой и много играть. Самый главный инструмент в работе над игрой, я считаю, самая большая польза, это вот именно от письменных разборов раздач. Я никогда раньше их не практиковал. За курс не считал, я сколько сделал. Ну, как бы то, что по заданиям было, не больше. Задание брал я лайтовое, так как боялся, ну, переоценить свои силы. Ну, я скажу, что нагрузка очень приличная. Погружение полностью, свободного времени нет. И то, что успеваешь только домашнее делать, как бы голова уже хватает нагрузки, короче. Так, всем спасибо огромное. И Петру, и ребятам-кураторам, Василию на подготовительном, Рустем на основном курсе, и тренеру Сергею. Спасибо, Рома, замечательные ребята, замечательная помощь и вообще весь процесс. Я всегда хотел пройти какое-то обучение, но сомневался в том, что я потяну как бы вот по времени, по нагрузке. Так оно и получилось. Нагрузка очень серьезная, это нужно понимать. Проходить такие курсы, я думаю, полезно очень, но трудиться придется много. А так, только спасибо огромное. Всем удачи!